Анна Каренина сознательно пришла на железнодорожный вокзал, прекрасно понимая, что поезда – это не шутки. Увы, Тиночка, которой около 6 лет, тоже прекрасно это знает. В один из дней она попала под поезд, и ей, увы, отрезала лапку. Сколько она лежала без помощи, без внимания, сказать уже, наверное, никто не сможет. Но самое главное, что эта помощь пришла вовремя. Конечно, лапку не спасли, но зато Тиночка, собачка-обаяшка, попала в приют Хатика. И теперь здесь есть своя особенная собака. Особенность состоит именно в отношении к миру. Она не плачет, не рыдает, она жадно глотает воздух жизни. Она жива, и для нее это действительно счастье. А Тимка – это генератор волшебного настроения. Она побегает, она попрыгает, она лапку даст, она пузико подставит. А 3 лапы – вообще это для нее не проблема. При этом сказать «гав» нежданным гостям она может вообще лежа. А посмотреть любящим взглядом она может со своими 3 лапками. Положить мордашку на коленочки – вообще не вопрос. А в ее жизни все хорошо, за исключением одного момента – хозяина, увы, нет. И лучше, если у этого хозяина будет все-таки частный дом. А потому что ходить на поводке для Тинки – проблема. По-моему, любви достоин каждый, кто сам умеет любить. А Тинка, она действительно любить умеет. Она не собака с ограниченными возможностями. Тина – это собака с безграничной преданностью и надеждой на свое маленькое собачье счастье.